Ой, а там, блин, что это за цветочек? Или что это такое вообще? Пашафрут. Ой, цветок какой. Пашафрут? Это пашафрут? Έχει пашафрут удаулля. Пам έξω, не сто дикшу, мена. Пьен έξω. Это что? Смотрите, какие цветочки шикарные у этого фрукта. Тельёмено, копсе. Это ωραία, тута. Έχει меса ста... Козмена, по меса, ксерис. Видимо, в прошлом году не плодоносил. Ой, какой цветочек, тоже красивый. Какие красивые. Они прям такие сказочные, такие необычные цветочки. Восточные такие. Такие, да, восточные. Принесли мы с мамой эти фрукты домой. Вы знаете, вспомнила, что это называется маракуйя. Как я могла забыть такое название, не знаю. Сейчас мы разрежем, посмотрим, что там внутри, и попробуем. Тверденький он такой. Это у него кожа тверденькая. Угу. Боюсь раздавить. Да не бойся, не раздавишь. Ножик пилочкой. О, может, все, надо было... все, теперь пошел. Надо было его, только смотри, там сейчас, чтобы не вытекло сразу. А мы разделим сейчас. Сейчас там внутри будут такие косточки. Прикольная. Интересно. На кактус похож чем-то. Угу. Кушай ложечкой. А все не ест, а только вот эта штучка, да? Да, это мякоть. Только мякоть не ест. Такой прикольный, даже кисловатый. Вкусно. А что оно мне напоминает? Оно такое ароматное. Ароматное, то, что оно напоминает. Как я обожаю с кислинкой. Какой же оно мне фрукты напоминает? Даже не могу сказать. Оно вкуснящее. Ну, с виду как кактус, а на вкус никак. Нет, совсем никак. Он кислый. Угу. Косточки приятно хрустят. Я люблю косточки всегда есть. Даже в винограде. Даже в арбузе люблю. Ну, ты даже в кактусе их любишь есть. Даже в кактусе, некоторые выбрасывают из кактуса. Нет, я даже в арбузе ем. Если не очень крупные. Потому что есть косточки, это полезно на самом деле для кишечника. Mm. Ну, кишечник не должен быть больным всякими гастритами, но полезно. Мама уходила, видишь? Да, ой, вкуснятина. Такая шкатулочка осталась маленькая. Прикольный фрукт. Интересно, сушеные попробовать. Она сказала, что сушеные едят. Он почти такой же. Ну, там... Слушай, сок... Напоминает вот сок манго с лимоном, если смешать. Да? Да, вот если покупать. Ну да, он же кисленький. Фреш, вот что напоминает. Очень ароматный, по аромату даже не знаю, кого напоминает. Ну, у каждого фрукта свой аромат, и да, ты да, не очень. Передашь чей-то аромат. Ну, я тоже всем объясняю, что кактус похож чем-то на яблоко, отдаленно на мягкое. У меня вообще на яблоко не похож. Не знаю, да. Может, у тебя такие яблоки. Ну, он вообще не выраженный, ни вкус, ни запах, он просто свою прелесть имеет. Ну, что-то, ну, яблоки тоже в бывают. В насыщении от женщины. Переспевший, да, вот. А это вот... Кактус, как переспевшее яблоко. Тоже. Ну, я смотрю на Кипре, все фрукты как-то вот они так, видно, сложились расти исторически. Они утоляют и жажду, и голод. Ну, да. И очень интересно. Вкуснятина, конечно. Вкуснятина. М-м-м. Красота.